Доброго времени суток, и я продолжаю вас знакомить с проектом Volts. В прошлом видео я обещал, что расскажу вам про команду проекта. Собственно, давайте сразу же начнем с команды. Да? Если вы не смотрели мой первый ролик о том, что же это за проект Volts, то посмотрите, не будем на этом останавливаться. Саймон Джонс. Саймон Джонс – это генеральный директор и соучредитель проекта. Именно поэтому сейчас я нахожусь на его медиум. Как видите, Саймон Джонс, собственно, выставил сам статью, в которой расписал абсолютно всех участников данного проекта. Сейчас мы перейдем на медиум Саймона. Как видите, у него всего 61 человек и не очень много видео, но все они, собственно, о проекте. Так что все мы понимаем, что Саймон создал этот, видимо, медиум для того, чтобы вести его исключительно для проекта, потому что вряд ли за всю жизнь он написал только вот эти несколько статей о проекте. Ну да ладно, давайте начнем. Конечно же, первыми у нас это основатели. И первый основатель это у нас Саймон, который в криптовалюте с 2012 года. Он также был основателем в двух стартапах в области финансовой технологии. Руководил командами по продукту, развитию, коммерции. Также он закончил Стэнфорд. Переходим на его... А, погодите, это не он. Вот. Саймон Джонс. Вот он, как видите, также у него помечено, что он учился в Стэнфорде, да, потому что, ну, это действительно достойно, что ты учился в Стэнфорде. И здесь вы можете наблюдать, что он постит, репосты видим, что с Вольца у него в основном. Эти все посты тоже с Вольца, я их, собственно, там видел. Ну, то есть... Все о проекте, да, вы можете, конечно же, добавиться к нему в друзья, ну, точнее, фолловить его, и можете, собственно, ему что-нибудь, наверное, написать. Хотя я бы рекомендовал, конечно же, писать в Дискорде просто администратором, но если у вас какое-то прям дело именно к нему, то, конечно, без проблем, я думаю, пишите. Конечно, человек занятой, но я думаю, если у вас какой-то прям такой вопрос, что может решить только основатель, то напишите ему, конечно. Следующий у нас из основателей это Артур или Артур. Он является техническим директором и соучредителем. Специалист по математике и экономист. Ранее работал количественным специалистом в Bank of America и инженером по машинному обучению в Amazon. Имеет степень магистра статистических наук Оксфордского университета. Как видите, один Стэнфорд, второй Оксфорд, Банк оф Америка, я думаю, знают все, да, как и, собственно, Amazon. Так что видим, что у него также не очень много человек его читают, но уже побольше. И видим, что он все-таки добавляет информацию немного другую, хотя тоже связанную с Вольц, то есть как-никак, но с Вольц должна быть вся, видимо, их информация связана. Так что, видимо, мало можно найти что-то о них самих, только если куда-то далеко углубляться, потому что видим, что его твиттер 2015 года, твиттер у нас основателя Саймона 2009 года. Только видим, что почему-то тут девушка, да, и, видимо, не Саймона, а Симона. Но не берусь утверждать. Но это 100% Артур. То есть вы можете посмотреть, как выглядит человек. Он достаточно молодой. И это радует. Я вообще предпочитаю, чтобы в криптовалюте были в основном молодые люди. Все, у нас основатели закончились. Дальше пошли у нас инженеры. Инженеры у нас, первый инженер это Cyclops Rex. Надеюсь, правильно прочитал. Это старший инженер-программист наш постоянный анон, как они утверждают, то есть он, видимо, аноним. Сейчас мы перейдем на него и посмотрим. Ну, да, у него всего, видим, никто на него не подписывается, никто его не читает, он ничего не постит, значит, анон, значит, все-таки
что он не хочет, чтобы о нем знали. Ну, то есть, вон, в декабре 21-го он сделал свою социальную сеть, создал. То есть, у него, видимо, есть свой основной, но это его дело. Нам же самое главное знать, что у него степень в области CS. Также бывший аудитор в фирме высшего уровня, в последнее время работал руководителем смарт-контракта в протоколе. И, собственно, все. Далее у нас идет Зак, это старший инженер-программист, также, собственно, как и прошлый, бывший производитель. У него, видите, нет ссылки, да, это как минус, так и, собственно, ладно, потому что, вот, допустим, у Рекса была, но ничего нам она не дала. А, так, про Зака. Зак, бывший сотрудник Компаунда, изучил компьютерные науки в Массачусетском технологическом институте. Также некоторое время работал инженером в области традиционных финансов. А далее у нас идет инженер-программист Костин. Костин, сейчас перейдем на него. Также у человека Twitter, да, то есть видим, что пока что у всех Twitter. Костина также у нас всего 13-15. Костин, ну Костин хотя бы что-то постит. Один пост. Сделал один пост. И все. Он вообще в феврале 22 года, то есть он буквально месяц назад, да, создал свой Twitter, то есть также его не основной Twitter. Он изучал компьютерные науки в Кембридже и получил степень магистра машинного обучения в UCL. Также был стажером в Meta. Ну, Meta, надеюсь, все знают. И Николас, ведущий, который ведет интерфейс, получил степень магистра технических наук в Кембридже. Провел около 10 лет, работая над интерфейсами в компаниях Web2, прежде чем совершил рывок и перешел в Web3. На него, к сожалению, ссылки нет. Мы, собственно, не можем даже посмотреть на его социальную сеть, которой ничего нет. Дальше у нас идет творческая команда. Сейчас откроется у нас ник, очередной ник. Он является руководителем отдела бизнеса. Как видите, что у Ника непосредственно ведется, да, хорошо Twitter. Есть много постов. Все они также связаны с Waltz. То есть вот есть какие-то картинки. В общем, ник уже более интересный, ну и потому, что он, собственно, творческий, так его назовем. Руководил институционным партнерством стратегии Compound Treasury, а в настоящий момент руководит развитием бизнеса в Waltz, в нашем любимом. И также Чарльз, есть также креатив. Он креативный директор, работал с такими брендами, как Beats a Dry, Red Bull, Nike, над названием культурных игр, был дилигентом долгое время и теперь возглавляет, собственно, проект. Видите, что у него даже больше, да, ажиотажа в нем, так сказать. Ну, и подход у него, конечно, к социальным сетям, конечно, более интересный, да, больше всего добавляет, и это интересно. Следующий из дизайнеров у нас, так называемых, это Брокколи, что бы это ни значило, да, ведущий инженер. Он постоянный деген и ведущий дизайнер. Работал с рядом вот единорогов, которые у него есть, да, когда еще был, когда версия Web 2.0. Но после этого, собственно, перешел сюда. И в основном, что есть на сайте, это его рук дело. Да, даже он нигде не постит то, что раньше он был с единорогами, но, возможно, где-то ниже это, собственно, и есть.
И также поддерживают проект. Сейчас перейдем на них. Вот их довольно-таки большая команда. И мы видим, что откуда они пришли. То есть из Ави к нам, ну, можно сказать, к нам пришли Robot Venture, Суши, Bankless и так далее. То есть разные проекты. Только один человек не из проекта, да, это Аня 2, это Макс и Фредди. Два человека, которые пришли не из проекта, остальные где-то до этого работали. Как вы понимаете, команда достойная, да, то есть мы с вами видели, что это у нас и Стэнфорд, и Оксфорд, что, собственно, дает нам понимание только одно. Проект действительно с хорошими руками, да, у проекта все в порядке именно с командой, но еще раз говорю, что они набирают к себе еще людей, и вы можете к ним попасть. Перейдите внизу, из-за моего лица не видно, но снизу справа, вот, где моего лица не должно быть, там есть jobs, то есть работа, и здесь вы можете все изучить, все посмотреть и связаться с ребятами. Возможно, вы именно тот, кто им нужен. А у меня же на этом все. Всего доброго и до новых встреч!